Манчестер Юнайтед, да? Я не знаю. Сейчас наша, да? Угу. Ой, ну яркая какая. Сопротивление. Значит, красная окраска у кошек любой породы абсолютно очень редко. Но дело все в том, что он редкий, особенно британцы, потому что британцы, по личному моему не очень непонятному какому-то стечению обстоятельств, не очень любят черепах. А такая кошка красная может родиться только от красного кота или кремового кота, которых практически не используют в разведении, потому что они дают черепах, которых народ не любит. Я не понимаю, я черепах обожаю, откровенно говоря, и всяких черепах, включая британских. Значит, тут зародится даже не скохит. Вот это вот редкий кот, который будет в разведении, все-таки несмотря ни на что. И кошка должна быть либо красная, либо черепах. Но красная кошка будет давать девочек только черепах, если у него не красный кот. Понимаете? И получается, что их нету, а у нас целых нет. Ну вот посмотрите, какой сочный окрас, как морковка. Совершенно изумрудный такой, скажу, коралл, я поняла, значит, морковка это такой. Сельскохозяйственный день не понравился. Вот, тоже очень люблю красных животных, потому что, конечно же, как солнышки такие, да, которые там так не хватает, там, весной, если, скажем так, и зимой, прекрасно с личком, с отличной совершенно шубкой. Вот, ну вот такая вот девушка у нас. Вот, значит, посмотрим вторую красную девочку, интересно, родственница. Да, не могу, да.